Эта история могла стать вполне обычной, если не один нюанс. Молодая мусульманская невеста отказалась от солидного махра, о котором мечтают многие. $5000. 5000. Канадских или американских? Американских. Случай произошел в одной из мечетей Канады. Имам приступает к церемонии никяха, мусульманского бракосочетания, и записывает размер махра. Невеста неожиданно решила отказаться от денег и выбрала взамен это. Мне не нужны деньги, я хочу такой махр. Чтение суры Аль-Бакара в течение 40 дней. 40 дней подряд. Все собравшиеся были немного шокированы решением невесты. Ее условием вступления в брак было то, чтобы муж прочитал самую длинную суру Корана лично перед ней, с мусхафа. Это 48 страниц. Имам спросил жениха. Он ответил: «Да, согласен». В итоге никях был заключен. Вот такой удивительный по нынешним временам случай. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте комментарии под этим видео.